Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Большое хобби» с Николаем Валуевым, и рядом со мной Николай Сергеевич Валуев. Ну и как вы могли понять, рядом со мной находится Валерий Петрович Кузенков, без которого ни передача, ни охота обойтись не может. Поэтому доброе утро, пожелайте нам удачи. И мы сегодня находимся опять в тех же местах, в которых бывали, собственно говоря, недавно. Прошло чуть-чуть времени с того момента, как мы с вами, Валерий Петрович, не взяли лося. Так мы поэтому сюда приехали? Правильно, Валерий Петрович, правильно. Догадался. Да. Валерий Петрович вообще догадливый. Вы обратили внимание? Вот так вот. Но сейчас у нас много помощников, Николай Сергеевич. Я думаю, они нам помогут добыть лося, или мы с вами будем добывать? Самое главное, чтобы они так, как сейчас, не шумели, вот как сейчас шумят, чтобы они не шумели на номерах. Сейчас не об этом, но если они так будут шуметь, то лося будем добывать, или я, или Николай Сергеевич. Правильно, потому что он выйдет на нас. Валерий Петрович, Николай Сергеевич, значит, у нас загон будет проходить так. Мы сейчас вот на этой дороге. Здесь у нас подходит Загубская губа. Здесь квартальные просеки. До губы 2 километра максимально, где-то ближе, где-то дальше. Сюда лоси не должны идти, Николай Сергеевич, по плану. Они не бегают, не бегают в воду, они знают, куда уходить. Вот. С вечера вот сюда есть переходы лосей. Значит, здесь на квартальной просеке мы выставляем стрелков на километр. Загонщики заходят по этой просеке и будут гнать в эту сторону. Очень важно, чтобы здесь кто-то стоял. Да, с дороги будут стоять. Здесь на переходах ночных мы ставим 3 номера, это будете вы. А это вся толпа вот так? Да. Все стрелки остальные тихонько заходят по этой квартальной просеке. Потом будут заходить, лоси крутанутся. Вполне вероятно. Прекрасный план. Да. Есть ли у вас план? Есть ли у вас план? Прекрасный план. Давайте будем верить в удачу. Проинструктируем охотников. Распишутся за технику безопасности и начинаем. Погнали, это время уже не Да, я думаю, что пора. Всем доброе утро. Оно действительно сегодня доброе и погода хорошая. Мы сегодня охотимся на лося с вами. Команда у нас большая. Всем рекомендую очень внимательно относиться к своему оружию, слушать егерей и не шуметь. Заряжаем оружие на номерах, выходим с разряженным оружием. Прошу вас всех обязательно эти правила выполнять. Зверя в первую очередь услышите. В такую погоду лось бежит, его слышно очень далеко. Закончилась охота на медведя. Иногда бывают случайно выгнанные медведи. Медведя не стреляем. Не стреляем самку лося, которая бежит с теленком. Отстрелялись по зверю. Попал, не попал. Бежать за зверем не надо. Надо посмотреть, куда он ушел, дать ему облежаться. Подранки добираются очень хорошо, если его не гонят. Просто был случай, когда, я расскажу секунду, да, идет лось, человек стреляет, лось разворачивается раненый, идет в загон. Человек срывается с номера, бежит за ним и продолжает стрелять. И в этот момент находят егеря. И пуля попадает в егеря. То есть, как бы, это все... Техника безопасности – это техника безопасности. Теперь все достают охотничьи билеты, расписываемся в списке за технику безопасности и начинаем охоту. Вот это заходные следы лося в загон. Вот один из лосей, который зашел сюда. Я остаюсь на заходных следах. Запросто лоси крутанутся и пойдут в обратку своим следом. Тогда я буду стрелять. Уважаемые любители охоты, будем надеяться, что лося мы увидим. Но в прошлый раз мы его увидели с вами.
но не стреляли, потому что было неудобно, нельзя. Посмотрим, как в этот раз. Удачи, ни пуха, ни пера. Что мы с вами, уважаемые друзья, можем констатировать? Загонщики шли практически вдоль нашей линии. В ту сторону гон шел правее. Лось на наши три номера не вышел. Но было очень много выстрелов чуть левее. Там, где выстроена линия стрелков основная. Вот там было порядка 10 выстрелов, я насчитал. Будем надеяться, что хоть один выстрел из этой канонады оказался результативным. Как вы знаете, любая загонная охота – охота коллективная. Поэтому кому повезет, здесь может быть, конечно, важно. Но суть как раз в том и заключается, что это коллективный такой труд. И удача может улыбнуться абсолютно любому человеку. Бывают интересные случаи на охоте, когда загон вроде бы как уже и кончился. Вот почему сегодня во время инструктажа всем четко и ясно дали понять, чтобы не сходили с номеров. Потому что зверь бывает раненый или гонный. Исконное правило охоты – дождаться команды собираться и сниматься с номера. И только тогда настоящий дисциплинированный охотник приучает себя и своих товарищей к тому, чтобы, не дай бог, не случилось какого-нибудь несчастного случая. Так что подождем конца загона, когда загонщики выйдут на дорогу, и, может быть, тогда мы узнаем, как там прошло. Лосей сегодня нет. Но прошли, ну, очень много. Вот так вот, болото. Уважаемые друзья, сегодня первая часть охоты лосиной закончена. Но у нас еще есть вторая часть марлезонского балета, как говорят у нас между охотниками. И мы до вышек, где поохотимся вечером на кабана, должны добраться на вот этой машине под названием «Хавейл», о которой нам поподробнее расскажет Сергей Федорович. Сергей Федорович, будьте добры. Данная модель – это большой полноразмерный внедорожник рамный H9, которых на рынке осталось не так много. Полный привод, полный набор опций позволяет, в общем, довольно многое. И на охоте, безусловно, лучшим помощником может быть для любых целей на охоте. Здесь двигатель двухлитровый бензиновый, турбированный, современный, 218 лошадиных сил. Ну, нормально. Да.
значит, интеллектуальная система переключения в зависимости от потребностей, так как у ведущих брендов, когда необходимо мощность перекладывать или понижайку включить, блокировать мосты. Все это есть, все это позволяет машине ни в чем не уступать ведущим в своем классе брендам. Ну что ж, давайте попробуем тогда. Пришло как раз самое время нам с вами проехаться. Прошу, прошу. Кстати, да. Ну, не каждая машина вместит Николая Валуева, поэтому я немножко, скажем так, волнуюсь, попытаюсь сейчас сесть за руль и прокатиться. Ну, удачи мне пожелайте, дорогие смело, друзья. Смело предлагаю это сделать, потому что знаю, автомобиль большой, салон большой. Надо еще учитывать то, что я, конечно, в зимней одежде, в таких сапогах, поэтому, ну, наверное, объемом я сейчас раза в полтора больше, чем в обычной летней одежде. Ну что, гнец? С Богом! Поехали! Едем достаточно мягенько. Уважаемые телезрители, охота охотой, а обед по расписанию. Поэтому мы с Николаем Сергеевичем сели попить чай и кофе под хороший вкусный пирожок с брусничкой. Пообедаем, а дальше примем решение, как нам проводить охоту, да, Николай Сергеевич? У нас еще и кабанчики, которые должны скоро выйти, и лось вот не удалось опять добыть в первом загоне. Почему, Николай Сергеевич? Валерий Петрович, вот ключевое слово «должны». Мы-то думаем, что они должны, а они об этом совсем не подозревают. Не, ну вот вторая поездка на лосей получается, и один день не смогли, там прогоняли два дня, потом фазанами занимались, да, и сейчас гоняем лося, и лось-то есть в загоне всю жизнь, и свежие следы, и погрызы, и кругом мы не можем взять. Самое интересное, что он здесь, и я его, ну помните, как это, я его чувствую, я всегда чувствую. Так что, Валерий Петрович, самое главное, что мне нравится, мы оптимисты. Нет, ну это и есть охота, Николай Сергеевич. Вот скажите мне, как оптимист, что нас ожидает в нашем охотничьем, общероссийском будущем в ближайшее время? Я все-таки уверен, что и по линии комитета по экологии, и по линии комитета по природным ресурсам удастся очень плодотворно поработать над законом об охоте, который мы с вами бились в шестом созыве. Ну, мы, в принципе, чего-то достигли. Нельзя сказать, что та работа была проведена впустую. Во-первых, я надеюсь, мы эти наработки прошлогодние, или как их, прошлосозывные. Ну, да, позапрошлогодние. Там 14 страниц, ну не поправок, а предложений 14 страниц. Да, будет же, должно же быть совещание какое-то по закону. Валерий Петрович, я больше скажу. Ну вот если сейчас до 30 декабря, так, в контексте разговора, принимаются поправки к закону об любительской рыбалке. И поправки пошли, я знаю, это вопрос контролирую, пошли в комитет, мы сами их собираем на общероссийском рыболовном портале, от различных клубов приходят, от клуба даже вот нашего питерского любителей рыбной ловли, москвичей приходят. Знаю, там готовят ребята и с Дальнего Востока. Но ровно в феврале месяце, как я и настоял, значит, председатель комитета Николаев, комитета по природным ресурсам, все-таки в ведении которого находятся вопросы охоты, анонсирует парламентские слушания по нашему с вами любимому охотничьему закону. И эти парламентские слушания пройдут в Государственной Думе. Я уже известил и вас, и вы известили коллег,
стараемся к этому времени, как обычно, подготовиться, во всеоружие прийти. Но самое важное, чтобы они не превратились в балаган. Поэтому прежде всего важно, чтобы те, кто приедут туда, привезли уже с собой, ну, скажем так, не только пожелания, но и предложения. Да. Вот почему-то я уже сказал, я оптимист, как и вы, впрочем. Мы надеемся все-таки, что новая Дума 7-го созыва, она сумеет прислушаться к этим пожеланиям. Николай Сергеевич, я перебиваю, но жить-то хочется сейчас, Николай Сергеевич, в настоящий момент. Хочется охотиться, хочется, чтобы лоси из загона выходили, чтобы кабанчики хрюкали на вышках, да. Сами знаете, что происходит сейчас с африканской чумой свиней, с этими проблемами. Вот производители термосов, например, они же тоже хотят, чтобы охотники их покупали, рыбаки покупали. Ну, между прочим, неплохо. Вот, неплохо, они же горяченькие. Мы сейчас поедим, вы еще с вышечки сядете на вышечку, и там можете щуку попить. Я пойду на лосиков. Там. Этот термосик обязательно с собой возьму. Вот, и я обязательно возьму. Производители одежды, все хотят, чтобы охотничье хозяйство и рыболовное движение развивалось, и поэтому надо спешить, Николай Сергеевич. Год экологии, он не должен закончиться тем, мое мнение, чтобы отчитались перед первым лицом, что у нас тигров вместо 560 стало 720, да? И все, этим закончится год экологии. Где столько кабана и гектаров взять? Ну, в том-то и дело. Николай Сергеевич, ну, все мы как-то разговариваем. О проблемах. Петрович, ну есть же проблемы. Смешное, хорошее, доброе. Анекдотик какой-нибудь, баечку какую-нибудь. Дорогие друзья, вот представьте, идут два охотника, ну, точнее, один проводник, другой охотник. Идут они на медведя, тот пробивает, Петрович, мачете, значит, там такие заросли. И натыкаются на медведя. И проводник, понятное дело, застыл. Медведь застыл, друг на друга все смотрят. И вот этот вот проводник вот так через плечо. Иди сюда. А охотник сзади так пальцем его тихонечко. Зачем ты его зовешь? Да, Николай Сергеевич, ну это из серии. Если бы мы были проводником и охотником, медведь бы с нами поступил абсолютно по-другому. Или бы с ним? Ну, Валерий Петрович, это вот та же история, когда сижу я на медведе, да, кто-то положил мне лапу на плечо. Я понимаю, что мой тузик, но уже остановиться не могу. Значит, к нам во двор приехал Николай Войбуев. После этого фраза, написанная на заборе «Осторожно, злая собака», приобрела совершенно другой смысл. «Осторожно, злая собака». «Осторожно, злая собака». Ну, засим мы заканчиваем наше чаепитие с Валерием Петровичем. И все-таки Валерий Петрович сейчас поедет, попытает счастье на лосиной охоте. Я сяду на вышечку, все у меня есть. Будем надеяться, что кабанчик нас обрадует своим присутствием. Ну, а тут, как говорится, все везение и карты в руки.
закончился очередной загон, лосей опять не добыли, хотя лоси в загоне были. Ну, просто не везет. Егеря даже стрелять пытались, подогнать их на стрелковую линию не удалось. Фатальная невезуха. Поеду к Николаю Сергеевичу, думаю, он более добычлив и более удачлив. Такое впечатление, что я попал, потому что я видел, как он посунулся после выстрела, но очень резво побежал. Расстояние небольшое. Я, конечно, весь сейчас в волнении. Почему? Потому что, с одной стороны, промазать я не мог, ну, больно близко. С другой стороны, не всегда хорошо, когда зверь убегает. Но у этого калибра есть такое свойство. Он очень мощный. 300-й винмаг могло просто прошить насквозь. Так что одно из двух. Или я промазал, что вообще маловероятно, судя по его движениям. Или прошило, он далеко не ушел. И, в принципе, надо поискать, посмотреть кровь. Так что сейчас подождем, когда придет егерь, и посмотрим, что там происходит. А дальше будем делать выводы, мазила Валуев или нет. Ну, надеюсь, не мазила. Да, вот кровь. Притом много крови сразу. Вот. Пойдем дальше смотреть. Он где-то тут лежит. Похоже. Да, вот он лежит. Все, приплыл. Готов. Попал он ему хорошо насквозь. Хороший мальчик. 50 кг будет. О, спасибо большое. Давай, Николай Сергеевич. Через 15 лет мы с вами вновь встретились в этих местах. Да. Вы почти не изменились. Да. Только, ну, я потолстел. Николай Сергеевич, вы добыли? Это вепрь или свинка? Нет. Вепрь. Ну, вам повезло, а с лосем не везет. Алексеевич, нам все равно везет. Ну, Николай Сергеевич, мы же оптимисты. Давайте поздравим наших телезрителей с Новым годом. Пожелаем всего самого лучшего, хороших охот. И скажем, что это была программа «Большое хобби» с Николаем Валуевым. И с Валерием Петровичем Кузенковым, моим большим другом. С Новым годом!